довольный один. Один нас отдает. Так, Миша. Зелененький, горьковатый, сладковатый, кисленький. Найдите в этих словах общее. Горьковатый, сладковатый. Что общего в этих словах? Таня. Они все заканчиваются на «и». Так. Настя. Они прилагательные. Это имена прилагательные. И они похожи по смыслу. Так. А в каком, какое число? Единственное число. Единственное число. Еще что в этих словах есть? Мягкий знак. Суффиксы во всех словах есть? Потому что это цвет горьковатый, сладковатый и кисленький, это вкус. Хорошо. Обозначает признак предмета это вкус. Зелененький цвет, а горьковатый, сладковатый, кисленький. Витя. Винительным. Как на стрелочках обозначают? Зарядка какая? Не как стрелочка. Так, какое окончание здесь? Зарядка окончание А. А в прилагательном утреннее? Окончание Я. Я-я. Я-я. А почему я-я? Если в вопросе стоит зарядка какая, в вопросе стоит окончание «аля», значит и в прилагательном будет окончание «ая», «яя», в данном случае окончание «яя». Следующее. Так записываем. Вечернее солнце. Так, Настя, проверяй, как ты написала вечернее. Вечер. Окончание. Так, Лида. Вечернее солнце. Объясняй, как ты пишешь солнце. Солнце. Что здесь непроизносимо? Мы ее не произносим, но пишем, да? Ну, связь числительного с прилагательным. Солнце какое? Вечернее. Прилагательное вечернее. Да. Связано с существительным. Солнце. Ну все, садитесь. Пальчики поравняли. Мы писали, наши пальчики устали, а теперь мы отдохнем и опять писать начнем. Хорошо. Так что? А мне писать? Нет, не записываю. Откройте учебник, страница 178. Даша Наумова читает. Составь предложение по схеме. Напиши. Подготовься рассказать о прилагательном по плану. Первое. Что такое имя прилагательное? Что оно обозначает? Второе. На какие вопросы отвечает имя прилагательное? И третье. С какой частью речи связано имя прилагательное? Так, ну давайте составим предложение по схеме. Сначала стоит прилагательное, и потом, чтобы предложение заканчивалось существительным. Когда? Какое можем мы придумать предложение? Ну-ка подумайте. Когда
Ну что, ничего не можете придумать? Миша? Летняя погода. Ну, это предложение? Это словосочетание. Да? Ты придумал. Ну, давайте я вам помогу немножко. Что распускается в апреле? Что распускается в апреле? Ну-ка, Лена. Так, а еще что? Кустарник такой. Лита. Крупелье распускается в бобульник. Бобульник, так. Юля? Верба. Верба распускается в апреле. Да? Да. Ну и как мы составим предложение? Какая? Пушистая, да? Пушистая. Что? Верба. Верба? Распускается в апреле. Распускается когда? В апреле. Записываем. Первое склонение у нас какие слова? Первое склонение. Женского или мужского рода. Окончание. Окончание. О-я. Я. А? А-я. А-я. Второе склонение. Второе склонение. Е. Какой род? Мужской род. Окончание какое?